Здравствуйте! Сегодня хочу вам показать новый метод, как зарабатывать деньги в интернете. Если у вас есть свободное время и вы знаете хоть чуть-чуть о Форексе или даже не знаете, это не важно. Если у вас есть свободное время, это главное. Эта программа называется Forex Community. Здесь платят за посты. За каждый пост вы пишете, вам заплатят 30 центов. Долларов центов. Что довольно-таки неплохо, если вы быстро пишете, посчитайте сами. Если за минуту вы можете написать две линии, это один пост, практически за 5 минут можно сделать 1 доллар, что довольно-таки неплохо. Считайте в час и сколько можно сделать в месяц. Единственная проблема, что максимум можно заработать, это $250 в месяц. Ну, хотя бы как не основной прибыльный, как вторую работу можно так рассматривать. Может быть, даже бы было бы неплохо, если даже доходить до 250. Так вот, что здесь надо делать? Здесь практически никаких вложений нету, ничего вкладывать не надо. Здесь надо только присоединиться к этому форуму. Присоединиться можно по линку под этим видео, видите, там будет линк. И здесь надо будет зарегистрироваться. Никакие деньги вкладывать не надо, нужно вкладывать только ваше время. Так вот, после регистрации вам просто надо будет зайти в форум. Форекс форум. И выбирать. Там, правда, можно сделать по-русски, по-моему. Я пишу по-английски. Просто выбирать, на что вы хотите, где вы хотите писать. Так, почему у меня здесь все по-английски? Ну вот, выбираете здесь, где вы хотите писать, и пишите посты. За каждый пост вам платят 30 центов. Сейчас я найду какой-нибудь раздел. Ну, допустим, этот Forex Education. Ну и вот всякое, что такое Forex. И там пошли писать. Вот, пожалуйста, две линии, все, 30 центов заработал. Две линии заработали 30 центов. Только нельзя, копировать нельзя, потому что тогда вас удалят. Надо писать самому. Но если не знаете ничего о Форексе, то можно начитаться там в интернете. Очень-очень много про них там написано. Так что можно даже списывать, но не копировать. Списывать можно, копировать нельзя. Всякую билиберду здесь пишут, так что это не важно. Можно писать вообще полностью всякую фигню, короче, и зарабатывать на этом деньги. Так вот, я довольно-таки много не заработал, за неделю только $14. Но это тоже неплохо сначала. Вот, бонусы для посты. Нет, только вот $14. Сегодня я одно написал. Мне на английском пишут, платят 20 центов, на русском 30. Так вот, и деньги переходят тогда вам на счет. Счет можно бесплатно пополнить. Не пополнить, а присоединить. Не пополнить. Пополнять что нельзя. Не надо. Денег здесь не надо вкладывать. Вот. Пополняйте счет, и на счет вам будут перетекать деньги. А оттуда уже тогда вы можете снимать уже куда хотите к себе. Так вот, все очень просто, по идее. Так что, если хотите попробовать, займет 5 минут регистрация, и напишите первый пост. И они перечисляют, по-моему, 7 и 13 числа. Вот, на счет. А со счета уже, когда вы хотите, уже можно перечислять. Вот, как бы все. Так что, думайте, смотрите и регистрируйтесь. Так что удачи!